Ребятское ущелье, я вот это назвал эту дорогу, так оно и есть. Почти до Серебрянска оно идет, до Серебрянки. И мы с Наташей сейчас жалеем, правда, что мы когда подъехали на Алтай, к Атуйрыку, ну это уникальный разлом, уникальное тоже ущелье, там самая страшнючая дорога, наверное, скорее всего. Но, естественно, туда поехать не поехали, слава богу, потому что наша приказала долго жить. Мы там свернули подушку коробки и все, а там от коробки потом подходят привода, колеса, все. И она работала, все хорошо, но колеса не крутятся, естественно. Нас на Аркане дотащили до самого высокогорного районного центра России. На высоте 1000 с чем-то или 2000 с чем-то он находится. Не помнишь, как он называется? Не помню. Не помню, не знаю. Мы там переночевали, по-моему, ночь. Но там такие же были тоже товарищи, по несчастью. Они вообще пробили картер. Но они поехали туда вниз. Они картер пробили и их дотащили. Но туда можно было спуститься пешочком. Потому что там, ну, сколько это, 2 км, наверное, дорога занимает. Ну, что такое 2 км в Нестве? Ну, максимум 2 часа. Максимум 2 часа. Ну, мы надеялись, что приедем вот на раз. Хотя там и туда ехать-то как бы и недолго. Но, ребята, вот уже сколько лет прошло. А ездили мы туда когда? Гришу возили в институт, да? Да-да. Или нет? Или да? Кажется, или мы сами поехали. Мы сами поехали. Гриша возили в институт, мы просто заехали. Ну, в общем, лет 5 прошло точно, да? Mm-hmm. Лет 5 прошло точно. Лет 5. И все, мечтаем. Но, может быть, как-нибудь вот надо, если ехать в Монголию, то надо в Монголию ехать все-таки будет в августе. Потому что уже в начале августа. Нет, а в конце. Может, Гришу отвозили, а потом поехали? Нет. Гришу мы отвозили, потом поехали мы до Тюмени, а потом вернулись через Астану Экспо. Вот мы как сделали. И без запаски, кстати. У нас уникальное путешествие. У нас запаски у нас была на запаске, но мы купили автомобиль, даже не проверили. Она вроде как похожа, но там на какой-то размер. Ну, не с того автомобиля, остает. Предположим, у нас 4 дырки, а там 5 было. На приворежье мы путешествовали. Но зато все путешествия, вы знаете, они в голове остаются. Все, что вы можете унести с собой.